Кызылорде сегодня подвели итоги чемпионата страны по шахматам среди юниоров. В нем приняли участие около 450 мастеров в возрастной категории от 8 до 18 лет. Все 9 туров состязаний поклонники интеллектуального вида спорта придумывали комбинации и штурмовали позиции соперников по швейцарской системе. Ее главная особенность – игра без выбывания игроков. В итоге 36 юных шахматистов из разных регионов страны в 6 возрастных категориях представят Казахстан на чемпионатах Азии в Южной Корее и Таиланде, а также в октябре на чемпионате мира в Греции. В данный момент проходит сразу 3 чемпионата Казахстана. Это классические шахматы, по которым проходит отбор на чемпионат Азии и мира. И быстрые шахматы «Рапид». И в данный момент вы сейчас присутствуете на чемпионате мира по блицу или молниеносная игра. Будет очень интересно, и я думаю, болельщики с удовольствием посмотрели бы на это.